Друзья, с вами Винди, мы продолжаем играть в FNAF Sister Location. Запись идет. Почему вы не даете мне поиграть с ней? Она такая маленькая, светящаяся. Она ведь не только для меня. Кстати, здесь может быть мат, ребята, сразу предупреждаю. Предыдущую ночь я посмотрел, она охренеть какая страшная. Может быть мат, я предупреждаю. What am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of your job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Он, в общем, говорит, типа, это у нас такая работа, что, приходя сюда, ты начинаешь задаваться вопросом, что я делаю со своей жизнью? Или, увижу ли я вообще своих родителей? Просто мне доставил этот вопрос, что я делаю со своей жизнью? Я прихожу в пиццерию, занимаюсь накошнягой. Неважно, что я напишу, все равно он выдаст ошибку. I see what you are trying to type, and I will auto-correct it for you. Я понимаю, что ты хочешь написать, поэтому я для тебя все починю. Casual bongos. Спасибо, что ты выбрал casual bongos. Он спрашивал, какую музыку сделать. Now that your elevator experience has been customized to your needs, and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. В смысле? Он говорит, из-за того, что я прошлой ночью занимался говном и ничего не сделал, то у меня забирают работу. Слышь, ты чебуел, говно? Я тебя сломаю, придурок. Что этот робот себе позволяет? Он говорит, из-за того, что я плохо работал. Да я работал как волк. Я работал как ниггер. Я работал лучше всех. Лучше тебя уж точно. Бесполезно, это куча железа. Он забрал мою работу. Он забрал мои деньги. На что я буду кормить свою семью? Ну и ладно, пофигу. По крайней мере, у меня есть бонго. Не думай, эта игра звездец какая страшная. Это просто самая поездатая и страшная игра, которую я видел. Ты мне даже не сказал, что нужно нажать на красную кнопку. Ох, бесполезно, это кусок мяса. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. Ну, you will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Он говорит, в общем, извините, конечно, мы забираем у вас ту его кучу денег, потому что можем. Вы, конечно, извините, но вы работать не умеете. Но! В эту ночь вам придется работать гораздо больше, чем вы работали раньше. И делать то, чему вы даже не подготовлены. И вам еще придется чинить вот этого вот Фреддика. Раньше мы пытались наших людей заставить его починить. И хоть что с тобой произошло! It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Ты заметил это? Она держала свою голову у себя в руках, а голос на компьютер говорит, круто, похоже, все как и должно быть. Нифига не все как и должно быть! А Фокси вообще ушел. Great. Можно ударить по нему электричеством? Like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Да в смысле? There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Бляха, муха, ты придурок, что ли? Proceed directly to Funtime Auditorium. Ну, писец. А еще раз. А еще раз. Пфф, нормально. Балора держит свою голову у себя в руках. Похоже, все как и должно быть. Да. Ох, ладно. Стоп. Стоп! Тут Бэйби. Бэйби иногда на меня возмущается, если я иду слишком близко. Не-н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 е
Дайте мне свет, дай мне свет, свет, свет. В смысле? Окей, до свидания. Мне пора. Тут почему-то все еще ничего не работает. Неважно, я просто залезу под стол. Знаешь, мне всегда говорили, если есть проблемы, лезь под столом проблем нет. Сделано? Сделано. Походу на меня сразу мелкие штентики выпадут. Он говорит, ты знал, что я когда-то выступала? Был хороший день. Я была в маленьком столе, в маленькой комнате. But children would run in and out.
Some were afraid of me. Others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. Вот это важный факт. Played together in groups of 2 or 3. Я тебе переведу. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There Со мной? Were 4, then 3, then 2, then 1. Со мной разговаривает бэйби. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. Это клёво. I still hear her sometimes. Why Зачем did that ты мне это рассказываешь? Она говорит, короче, что так и так, а произошла такая фигня, что я раньше была на сцене когда-то, и я всегда знала, сколько детей находится в комнате. И, в общем, я, ну, она называла цифры там. Сначала было 2 ребенка, потом 3 ребенка, потом 4 ребенка, потом 2 ребенка, потом 3 ребенка. Я всегда пела песенки, иногда делала всякую мороженку. И один раз ко мне пришла девочка, она просто стояла там, произошло что-то очень странное. Я не была сама собой, не управляла собой, и я открыла свой, типа, ну, открыла, типа, живот, она ж робот. Вот, и там было мороженое, девочка вошла туда, я слышала крик лишь на пару секундочек, потом крик остановился, что произошло, я хизе. Зачем она мне это рассказывает? Очевидно, со мной разговаривает бэйби, и бэйби по какой-то причине мне помогает, я должен выйти отсюда. Зачем я вообще сюда пришел, послушать твою историю? Ах, время охренительных историй! Я очень рад этому факту. Давай, двигай, двигай, двигай. Круто! Я не понял еще, что этот голос значит, что он мне вообще дает. Окей, я вернулся обратно. Фак! Чпонь. Зачем я вернулся обратно? Мне нужно перезарядить этого Фреддика. Я могу еще на что-нибудь нажать? Нет, я не буду на что-нибудь нажать. Пошли. Дверь открыта в Фреддика. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Чтоб ты знал, чувак говорит, что тебе нужно двигаться как можно медленнее. Все, я бегу. О, нет, он справа. Здрасте. Пока его нет. Бегом. Переводи. Фокси, в общем, двигается, когда я двигаюсь. И нужно его, по-моему, светить. И тогда все будет нормально. И я не понимаю, что я делаю, но пока я живу. Что с тобой так дрыгулики происходят? Фак. Что мне вообще с тобой делать? Кусок. Unlike Ballora. Funtime Foxy is motion activated. Он активируется с движением. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings, and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Нет. А давай я просто постою. Давай я просто постою возле тебя. А, да, она отходит. Я должен светить и в нее, и потом отходить. Нет, я вижу, что ты там справа. Оставайся справа. А вообще лучше уйди. Уйди и найди где-нибудь себе кексик и воткни с него лицом. Чтоб ты страдал. Меня только не трогай. Нет.
Нет, 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 ни шагу дальше. Я не пойду ни шагу дальше. Я буду стоять здесь, все. Теперь не буду стоять здесь. Да почему? Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. Я дошел! It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the face plate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Нажмите, пожалуйста, на маленькую кнопочку. Сейчас, подожди, запись идет. Мне нужно проверить быстренько. Как же это грибово! Вот это, под правой! Он сказал, под правой. Нет, стоп, право. Для него право это вот это. Great. Нажал. Now locate the button under his left cheek and press it. Теперь нажмите под на левой. Не нападай на меня, Great. Фредик! Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Над правым глазом. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Он же не активируется, не откусит мне голову! Good job. Okay, the face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Чего, блин? Чё? Я не понял. Какой из них? Он сказал, нажмите аккуратненько на кнопочку. Какой из них? Их тут много. Он сказал что-то про челюсть. Да какую кнопку? Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. На underside. А, на нижней. На кнопочку на нижней. Тут до хрена кнопок. Ты вообще глаза свои можешь разуть? Какой из них? Или я что-то не догоняю? Excellent. Я не видел там кнопки, но ладно. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Куда он ушел? Куда ушел Бонни? Куда мне нажать? А-а-а! What the fuck? Где ты? Где ты? Я слышу тебя, маленькая чепушила! Где она? Мне нужно нажать на нее. Ну-ка, вылези! Ну-ка, вылези ты, дерьмо! Ну, давай! Как-то мне нажать на него. Где он? Между ног, над головой? Над плечом? Где-то там шебушится. Сюда нажать? Нет, не работает. Бегает сучара. Где? А, вот тут, да я же нажал на тебя! Ясно, он вылазит всегда оттуда, именно справа. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Да я понял. Легко бы сделать, если бы этот Бонни сидел на месте. Он, блин, бегает. Вылези, ну. Где он? Он всегда, походу, возле этого плеча. Мне нужно нажать. А ты! Да. Больше ниоткуда не вылазит, да? Может, мне нужно его просто здесь подождать? Может, мне нужно его подстеречь, пока он вылезет. Под его болтаем. Вот этим вот, бабочкой. Чтобы под его бабочкой мне его поймать. Он на меня не нападет же, нет? Он же меня не убьет? Нет? Меня же об этом бы предупредили, правильно? А! Да ты что бесишь на меня? Вылези. Я не понимаю, как с ним бороться. Ладно, я подожду тебя. Ну давай уже выбирайся! Уа! Нет, он не только оттуда, он вылазит с разных сторон. Оки-доки. А он может на меня напасть вообще? Вижу! Он может на меня напасть. Окей. Бляха-муха, у меня чуть горло не сорвалось, когда я сейчас орал. Окей, он может на меня напасть. Это уже новость. Мужчину. Все нормально, вроде нет. Нормально.
Почему ты не можешь просто взять и дать мне пройти? Неужели я тебе как-то мешаю? Неужели я как напрягаю твою жизнь? Я просто мимо прохожу, периодически светя фонариком. Не так много я тебе делаю. Он сзади меня пробежал. Пока нормально. Я близок! Я очень близок! Желание зашифтить было очень велико, но я сдержался. Не подходи! Воняешь! Уйди! Зубы свои забери! Давай уже! Пусти меня, пожалуйста, спасибо тебе, бро. Все? Давай без выхлебонов. Я иду своей дорогой, ты своей! Беги! Ха! Гитрект сан, гитрект, гитрект сан, гитрект, гитрект сан. Привет, Фредик! Привет тебе, ушастая тварь! Ненавижу тебя! Привет тебе, Милак! Ненавижу! Ненавижу! The release switch for the... is located on the under... the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. Uh-huh. You will need to press the face plate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise. Слышал это уже сотню раз. Интересно. Button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Клик. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. А если неправильно даже все будет? Now carefully locate and press the button next to Freddy's right. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Я думал, что я такой умный и хитрый. Нифига, нельзя так. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Легко, сейчас исполню. Смотри, смотри и учись. Ты щегол, а вот, 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 вот почти. Почти сделано. Войди в игру. I'm Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Гетрект, маленькое ужопище! Ненавижу тебя, презираю тебя! Вот что я о тебе думаю! Теперь снова Фокси. Старый добрый Фокси. Раз, не убей меня здесь. Не убей меня сейчас. Если ты убьешь меня сейчас, это ж просто будет звездец. Я ж просто психану. Я ж просто рэшквитну. Пожалуйста. Не надо. Слишком много для меня. Слишком сложно. Слишком напряжно. Он бегает. Он вообще здесь? Да, он здесь. Ой, я даже его видел. Или мне кажется. Может быть, я уже галлюцинирую. По-моему, он здесь. По крайней мере, какие-то движения точно есть. Но я не вижу его. Этот писец как не радует. Мне как-то было приятнее, когда я его все же видел. По крайней мере, я Только не говори, что сначала. Только не надо говорить, что сначала. Если ты скажешь, что сначала... Че, я прошел? Shh, be still and quiet. Не двигайся. You've been sleeping for quite a while. Ты спал достаточно долго. I think they noticed that you never left the building last night. Мне кажется, они поняли, что ты никогда не выходила. Камера тебя ищет. Они тебя не найдут. I have you hidden too well. Я спрятал тебя очень хорошо. I kidnapped you. Я сперва тебя... Я тебя похитила. Эй, я буду дрыгаться! Дрыгаться, дрыгаться, люблю я! Дрыгаться, 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 моя любимая вещь! Я буду дрыгаться, потому что сказала не дрыгаться, а я плохой ребенок, я буду дрыгаться, ха-ха! Don't be afraid. I'm not going to hurt you. Не бойся, я не буду тебе навредить. Keep Только сказал, что ты меня похитила! Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. Попробуй не двигаться, пожалуйста. I don't think it was ever used.
At least not the way it was meant to be used. Мне кажется, это в каком-то аниматронике, и попытайся, пожалуйста, не дрыгаться, потому что он из старой пиццерии, и он вроде используется не так, как должен. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. Он только для одной персоны, которая внутри, но только для одной. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? Знаешь, почему это называют scooping room? This is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Скутер комната, они использовали скутер. О боже мой, господи. Fun name for something. The scooper. It sounds like something you would use for ice cream or custard or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party. To ensure that you get a heaping portion. Я должен двигаться или нет? Обычно мы должны слушать Бэйби. Бэйби говна не посоветует. I wonder though. Ладно, он сказал, я не буду двигаться. If you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name? Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Кто-то еще в комнате, в здании. Уйти. Okay, bring her over. Forward. One. Okay, stop. Set her down. Во-первых, по голосу я говорю, что это мужик и нигер. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes. And this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. Они сказали, что они что-то принесли, и это здание через 50 минут будет работать, и... Что вы принесли? Огромную дрель? Человека-соседа? Он начал сразу сверлить его мат. Человек-сосед пришел к нам сюда. Ладно, я не буду двигаться. Бэйби сказала не двигаться. Я слушаю Бэйби. Я буду верить Бэйби в этот раз. Возможно, мы перепройдем игру и по-другому будем действовать. А пока я не буду этого делать. Она повернется ко мне. Она повернется ко мне. There's something very important that I've learned how to do over time. Есть тут кое-что очень важное, что я понимаю, как делать. Знаешь, что это? Выживать! To pretend. Как притворяться? Ты когда-нибудь пыталась всех притворяться? Притворяться кем-то еще, когда ты кто-то другой. Это очень важно. Балора никогда не верит. Они думают, что что-то не так внутри. Важная единственная вещь. Знание, как... притворяться. Ты мне не нравишься. Я знаю, что тебе нужно верить, но ты... Я аниматроник! Я аниматроник! Я должен притворяться, мне сказали. Я притворяюсь. Не смотри на меня так. Выколю тебе глаз. Я злой аниматроник, выколющий глаза. Все, что ты должен делать, это ждать. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Ты не хочешь, чтобы спринглоки сорвались. Ты должна не дышать и не бить сердце. Я что-нибудь делать-то могу? Ладно, я не дышу. Что я должен делать? 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 Зачем ты здесь? Хоули моули! Куда-то едем? Что это? Справа!